Привет, и с вами снова канал «Хочу все знать». Сегодня я поздравляю всех тех, кто родился 18 июня с днем рождения. Желаю вам приятного просмотра. Знаменитости, родившиеся 18 июня. Анастасия Николаевна, великая княжна Анастасия Николаевна Романова, родилась 18 июня 1901 года в Петергофе, убита 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, Пермской губернии. Великая княжна, дочь императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Иван Гончаров родился 18 июня 1812 года в Симбирске, умер 27 сентября 1891 года в Санкт-Петербурге, русский писатель. Рафаэла Кара родилась 18 июня 1943 года в Болонье, умерла 5 июля 2021 года в Риме, итальянская актриса, певица, телеведущая. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите, советский, российский актер, режиссер театра и кино, театральный педагог, государственный общественный деятель России. Сэр Джеймс Пол Маккартни родился 18 июня 1942 года в Ливерпуле, британский музыкант, мультиинструменталист и продюсер, один из основателей группы The Beatles, 16-кратный обладатель премии Грэмми, рыцарь-бакалавр, кавалер ордена Британской империи. В 2011 году признан один из лучших бас-гитаристов всех времен, согласно опросу, проведенному журналом Rolling Stone. Максим Галкин родился 18 июня 1976 года в Московской области. Российский пародист, юморист, телеведущий, киноактер и певец. Джули де Портье родилась 18 июня 1973 года в Париже, Франция. Французская актриса, дочь Жерара де Портье. Немного о праздниках, которые отмечаются 18 июня вокруг света. Это Международный день отца, Father's Day, День медицинского работника, День медика, Всемирный день гармонии, Международный день пикника, International Picnic Day, День заботливого мужа, Husband Caregiver Day США, День авиации Армения, День эвакуации, Evacuation Day Egypt, День Конституции, Seychelles, Constitution Day, Сейшельские острова. Все те, кто родились 18 июня, родились под знаком зодиака Близнецы. Диапазон дат 21 мая 20 июня. Стихия воздух, управляющая планета Меркурий, управляющий дом 3. Карта Таро влюбленные, свет желтый, камень удачи, тигровый глаз, изумруд, цветы лаванда, ландыш, день среда, счастливые числа 5, 7, 14, 23. Лучшая совместимость близнецы Козерог, Водолей. Парадоксальная природа рожденных 18 июня объединяет в себе глубокую серьезность и невероятное легкомыслие. Необычное сочетание проницательности и чувства юмора притягивает к вам поклонников и помогает общаться с разными людьми. Вы обладаете невероятно восприимчивым умом и тонкой интуицией, граничащей с телепатией. Временами вы кажетесь то таинственным и переменчивым, то открытым и спокойным. Вы бескорыстны, отважны, обладаете редкой терпимостью и стремитесь к духовным достижениям. Итак, тотемные животные, родившихся 18 июня. Пантера, дельфин, осьминог, лиса, олень. Пантера. Близнецы общительны, но иногда застенчивы, молчаливы, подобно черной пантере, быстры, остроумны, часто опасны. Дельфин. Близнецы обладают интенсивной ментальной энергией, любят исследовать все понемногу, как дельфины, отлично умеют общаться, предприимчивы, полны задора. Осьминог. Близнецы имеют две личности, распространяют радость, но скрывают темные эмоции. Осьминог – идеальное тотемное животное для близнецов, символизирующее глубокие эмоции. Лиса. Лиса – гибкое, легко адаптирующее животное. Как лиса, близнецы умны, общительны, хитры. Олень. Олень устанавливает баланс между уверенностью и успехом, мягкостью и изяществом. Олень сообразителен, невинен одновременно. Близнецы мягки, но в кризисных ситуациях умны и тверды, умеют очаровывать людей интеллектуальными разговорами.
А теперь о камнях талисманов для близнецов. Поскольку знак двойственный, талисманы призваны помочь найти баланс. Универсальные камни-помощники знака близнецов – это изумруд и другие бериллы, сапфир, агат и жемчуг. Цветы для знака близнецы. Если вы дарите близнецу букет, помните, что он должен отличаться особой оригинальностью. Здесь могут присутствовать экзотические диковинные цветы, либо сочетаться несочетаемые. Зачастую они помогают людям, рожденным под этим знаком, улучшить свое физическое и психическое здоровье, а также сделать домашнюю атмосферу более уютной. Единственный цветок, который не подходит им на энергетическом уровне по гороскопу, это орхидея. Им можно дарить гладиолусы, гвоздики, астры, пионы, мимозы, фиалки и розы. Задумываясь, что подарить близнецу на день рождения, помните, что представители этого знака зодиака просто обожают сюрпризы. Когда у вас совершенно нет никаких идей, вы можете поговорить с виновником торжества по душам и выведать, чем он увлекается. На экране вы видите несколько вариантов подарков для женщин и мужчин. Надеюсь, это вам поможет в выборе подарка. Духи для близнецов для женщин и мужчин. Итак, для женщин подходят Leo Par Kenzo, Leo de Chloe, Flora by Gucci, Pleasures Estee Lauder. Мужчинам подходят Aqua Di Gio, Blue Jeans, By Versace versus What About Adam. Дорогие друзья, еще раз хочу поздравить всех тех, кто родился 18 июня с днем рождения. Пушкин, Кеннеди, Монро были близнецами. Ну а нам как повезло, мы знакомы с вами. Обладаете умом, легкостью чудесной, полной чашей будет дом, жизнь не станет пресной. Happy birthday! Дорогие друзья, на этом я заканчиваю. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забывайте ставить лайк, подписаться или оставить комментарий. Благодарю за просмотр. Желаю всем всего хорошего. До скорых встреч. Пока-пока.